что-то продолжение про рыбалку. Сори, это продолжение про рыбалку. Значит, в этом году regulations, в принципе, те же самые, что и были раньше. 5 восьмых инча расстояние между хуком. Regulations бесплатные, то есть можете взять, сами все посмотреть. То есть просто те, кто не очень говорят по-английски и не хотят вдаваться в подробности, могут послушать мои нюансы, подсказки. Значит, желательно очень острый крючок, чтобы был хороший крепкий крючок, чтобы салмон как бы нелегкая рыба, не разгибался, но и в то же время тоненьких. Вот Крис продает хорошие крючки. Я покупаю японские вот эти маленькие гамакацу. Вот, заранее как бы стараюсь все это на Амазоне закупить, пока еще не начался сезон, вот-вот начнется. Ловим обычно мы на икру. Икру мы собираем в мешочки, запаиваем. То есть она таким образом она не слетает с крючка, легче, чем одевать просто на крючок. Что еще? Какие у нас как бы, ну, толщина лески, может, 15-20 паундов. Я думаю, вполне достаточно. Я думаю, что больше не нужно. Вот. Что еще такого? Аттрактанты, в принципе, на мое понимание, особенно не работают запахи всякие, но можете пробовать. Рыба особо, когда идет на нерест, не клюет его. Но как бы для самоуспокоения, удовольствия можно и как бы обшикать чем-то. Вот, что еще? Снагать нельзя, то есть дергать и туда-сюда, туда-сюда, пока за хвостом рыбу надо брать за рот. То, что зацепилось за хвост, за спину, за живот, надо отпускать. Очень часто бывают эти рейнджеры переодетые в плащ, как бы в рыбаков. И сейчас многие рейнджеры имеют камеры телескопические, которые издалека вас фоткают, и они вам прямо на паркинг-лоте могут показать ваши фотки, что вы поймали нелегально рыбу. Поэтому старайтесь не нарушать. Штрафы большие, и нет смысла. Рыбу и так легко, несложно поймать. Нет смысла нарушать закон. Вот, что еще такого? Чистить рыбу как бы можно на стейшнс и как бы в отелях, но сильно не пачкайте, потому что кулер неплохо бы иметь в машине чистый, чтобы жена не ругалась. По крайней мере, моя не любит, когда рыбой пахнет в машине. Вот. Что еще? Наживки. Дайте знать, что вам интересно, я постараюсь рассказать как бы про поведение там лейк траута, чинука, то есть какие есть лососи, то есть, что интересно, постараюсь поделиться. Хорошо, спасибо.